Привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, и это даже для меня неожиданная запись. Мы продолжаем проходить Warframe. Почему неожиданная? Потому что сейчас объясню, потому что сейчас достаточно поздно и все такое, но я решил, что стоит, наверное, взять Вуконга пораньше. Отлично, как видишь, у нас готов Вуконг. Вот, мы наконец-то можем сменить фрейма. Еще я немножко прикупил оружие. Где там готово к созданию? Вот, готово к созданию. Прикупил немножко оружия в... Ну, в том числе и чертежи, в том числе и в лаборатории, в том числе тоже купил. Ни на что не хватает, серьезно, вообще ни на что не хватает. А чем мне так много-то не хватает? На митро понятно, мутагенная масса понятно. Вот, нинджи купил каркас. Тоже надо будет разобраться, пластидов мне не хватает. Кристалл, нейронные датчики. Нейронные датчики, по-моему, сложно достать. Фильдрон, его тоже надо делать. А, тут фильдроны все нужно делать для того, чтобы хоть что-то можно было построить. Торит. Так, и прайм, но это фигня. Фамерианский разрушитель, это для задания, все понятно, понятно. Хрома, хрома каркас, хрома прайм, нейротика, хрома нейроптика, хрома... Да ладно, а, у меня все. Короче, тогда значит мы получаем в следующей серии и в этой, возможно, сделаем вот как. Я сейчас, во-первых, возьму Вуконга, его раскачаю, скорее всего, сразу до 30-го, для того, чтобы его уже сразу готовый билд сделать. И после этого, блин, мы собирались уже это начать. Посмотрим. Либо мы, получится, начнем сюжет, там решится дальше само. Либо, возможно, вполне вероятно, что покопим типа на следующих фреймов, чтобы было что сменить. И тогда уже с ними разберемся. Так, отлично. Экипировать. Где Вуконг? А как же. Как же показать кон. А чё не показали нам, типа, Вуконг, вся фигня. В способностях, по-моему, да. Небесный близнец. Отбрасывает часть себя. Вуконг создает двойника, сражающегося на его стороне. Наносите удары в ближнем бою, двойник прикроет вас огнем. Атакует вас расстояние, двойник сцепится с руком в ближнем бою. Повторно использует способность, давая двойнику приказ атаковать цель с повышенным уроном. Угу. Ну, это вот прикольная тема, но только я так и не понял. Типа, он ближний атакует, когда ты дальний атакуешь, понятно. Так, идущий среди облаков. Встаньте пленой тумана и полите в поле боя. Нося смятение в ряды столкнувшихся с вами врагов. При этом исцеляя Вуконга его... Серьезно? Читерство. Отрицание. Вуконг и его двойники становятся неуязвимыми, отрицая атаки противника. Весь рост поглощается, накапливается и может быть выпущен единственным яростным ударом посоха Вуконга. После удара накладывается бонусная броня пропорционально поглощенному урону. Офигеть. Так, призывает металлический посох и дает волю ярости. Понятно. Окей, ладно, внешний вид. Что у нас с тобой с внешним видом? Тут еще и столько всего разукрашивать. Ёшкин кот, ты посмотри, а. Вторичный. Что у нас вторичный отвечает? Что это синий который? Третичный, что это? А, это вот эти. Ну окей, пока он будет такой, конечно, банальный. Бело-черный. Тут даже как бы типа без всяких этих премудростей. А там дальше уже решим. Так, эффекты. Эффекты это что? А, это подсветка, ага. Так. Ну, красная не в тему. Пускай пока белая будет. Вторые эффекты. Что это у нас? На это вторые, окей. А чё вторые, я не могу выбрать. А, типа каким отдают. Светло-белый, так, и энергия. Ага, энергия это то, что вот. Смотри, черной нормальной энергии нет. Белая. Ну тут как бы предпочтение передадим. Ладно, фиг с ним красного. Скины, шлем Вуконга есть другой, присоединяемый, понятно. Так, если мы пойдем его качать, то надо взять что-нибудь, что мы прокачаем параллельно с ним, значит МК-1 стран,
Это 29-го, блин, очень неудобно, что они 29-го. И что-то у нас есть, типа, около нулевого. Амфис, давай Амфис качнем. Отлично. Так. И наконец-то, новый фрейм, отлично. Так, и здесь что нужно? А, кстати, да, может быть, у нас доверие есть шлем Вуконга новый какой-нибудь. I don't know how this happened, but the glyph on that sacred vessel, it's changed. I suggest you stay on this path. Так, Фрост, Октавия, Атлас, Никс, Эквинус. Хрена, конечно, это фигня полная. Бабан, Титани, Вуконг. Тут еще какие-то криотики нужны. Ладно, фиг с ним нафиг. Это все пока что лишнее. Чекс, значит, что мы сделаем? Нам нужно быстро прокачать Вуконга. Быстро прокачать Вуконга мы можем на Уране, по-моему, да? Эта тема была. Нет. 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 Не помню. На Уране, по-моему, значит, была быстрая прокачка эта. Да, на Хелене, по-моему. Да-да. Чё, никого нет? А, я уже побоялся. Отлично, все набрались. Ну, мы просто быстренько прокачаем, получается, Вуконга хоть для чего-нибудь, чтобы у него скиллы, по крайней мере, все открылись. А там дальше уже глянем, что куда, как, кого. Давай, грузись. И чё, я ничего пока не могу заюзать. А, нет, сразу, да ладно, сразу можно скилл использовать. Это чё ещё за победный музончик? Ну, сразу ранг, пошел. А, только первый скилл доступен, ладно. Ну давай попробуем ради интереса просто. Ну-ка. А, вот ты. Слушай, это везде где? Где я бываешь, да? А чё он стихует-то не с этим? А, он с противоположностью ходит. То есть, если я начну с ближним ходить, он начнет с дальним. Ага. Понятно, но... Ну, слушай, тогда есть смысл, на самом деле, короче, сделать себе на хпшку, на реген. Получается, забомбенить скилл. Вот. А он будет, типа, на вспомогающем дальнем. Или наоборот, когда мне нужно будет. Так, и чё, ничего никак нового не открыл, что ли? Третий ранг. Окей. Ну, тут, блин, больше открывается на следующем ранге. Кто там выведен из строя? А как он выведен из строя, что он ходит? Волна зачищена. Ну, зачищена, так зачищена. Ну это читерство, по идее, типа в два раза больше дамага. Тем более то, что можно вообще, получается, на выживание кому-нибудь стать, он будет фармить. Ну типа с ближним оружием стало, а он просто стоит и фармит. Вон он стреляет, получается, ты прикрываешь. Ну это читерство реально. Просто даже не запариваюсь по поводу здоровья, хотя, по идее, должен. Потому что у меня здоровье вообще практически ноль. Мазончик. Все же открыли, да? Да, все открыли. Тогда постоим в середине. Смысл тогда таскаться везде.
Ну вот, получается, я могу просто стоять, ничего не делать вообще, он будет все отстреливать. Как-то получается, я с ним на любой миссии могу качаться. Вот, он просто бы сейчас Игнис взял бы и отстреливался. То есть я могу сделать так, да? Да? Я еще могу ему указывать, кого стрелять. Нормально, вообще удобно. Ничего, считай, делать не нужно. Серьезно, вообще ничего не надо делать. А если я вторичку возьму? Он сблизко окажется? А, да, он тогда сблизко. Ну ладно. Да, конечно, остаемся. Не-не-не, мы остаемся, мы качаем в Уконга. Хотя, качать, ну, хрен его знает. Понятно, что там 6-й ранг, но, в принципе, если вставить ему что-то... Блин, по идее, вот ему офигенно бы вошло. Это на ближку. Вот, на ближку прям бы ему зашло. Ой, сейчас грохнет. А, ну они сильнее стали, поэтому такой эффект. Да, он с моей стреляет. Но все отстреливается. Зачет. Просто управляешь. Он еще и появляется где угодно. Не, ну это, конечно, да, такое относительно чувство. Для прохождения в одиночку это, наверное, вообще самая имба. Так, какой у нас уже? 7-й ранг. Ну, посидим, короче, до последнего. Посмотрим, какой ранг нам качается за раз. А там уже будет видно. Не понял. Ну, по идее, да, хорошее реально какое-нибудь оружие дальнее, хорошая ближка, и получается, ты миксуешь просто сразу весь урон. Ничего, у него быстрая эта атака. То есть, то, по идее, вот я такой, типа, иду, и... Да, ну дай пройти. Волна зачищена, тут понятно. Соберем немножко все. Чуть-чуть совсем, не сильно.
И типа, допустим, мы делаем так. Раз, а мы их подкидываем, а он их расстреливает. Должно что-то так завестись, да? О, элемент питания у Рокина, отлично. Ну, по-моему, больше всех нас дамага наносит, на самом деле, этот. Так, кунай максимальный, амфис, железный посох 12, МК стран такой, это понятно. Так, я что-то могу... А, я могу теперь как облако перемещаться. Ха, зачетно. Ну, на самом деле, тоже читерство. То есть, я в любом направлении могу перемещаться? А я не помню, что третий скилл дает. Еще четвертый есть. Я не помню, что третий. Это я убил с первого удара, что ли? Серьезно? Серьезно? Как так это? В смысле? Что это за скилл такой, я не помню. Ну-ка. Ну да, типа. И... Читерское перемещение. Офигеть. Да, Вокон, конечно, это то еще удовольствие, но в том плане, что типа он читерский, реально читерский, откровенно читерский. Короче, невидимость наложили. Единственное, чего на самом деле мне не хватает у Кубрао, это автосбора, потому что у стражи у них автосбор удобный. А у Кубрару я не вижу автосбора. Серьезно раскидал так. Ну, не знаю, какое-то реально читерство. Просто он, считай, ни с каким оружием, с абсолютным отсутствием дамага, тупо на одних скиллах уезжает. То есть, по идее, я просто такой сажусь сюда, и он всех отстреливает. Вообще по барабану. Просто всех. Вообще на пофиг, то есть. Да, мы остаемся, по идее, нет? Уходим? Ну ладно, уходим, так уходим. В принципе, ну как вы хотите. Меня не особо это так как-то задевает. Так, Вукон 10. Ну сейчас туда пойдем, раскидаем немножко ему скиллы. Чуть-чуть, не сильненько так. Пластиды немножко там подсобрали, что-то еще подсобрали, ликвию собрали. Ну это все такое по мелочи. Да. А. You must be fulfilling some primitive rite of passage. Ну-ка, не понял мне письмо. Где, откуда мне письмо? Tenno, vast numbers of Grineer ghouls are breaking ground near Cetus. Konzu requests any assistance you can provide. А, ну это фигня, как обычно. Так, там никто, друзья, случайно... Друзья не добавляются. Нет. Так, значит, сейчас подраскидаем, что у нас тут есть-то. Так, во-первых, не нравится мне внешний вид, что основной, наверное, лучше все-таки ему сделать черный, красный Воконг, ну такое.
пока, возможно, да, вот так вот черный, вторичный, кстати, возможно. Пускай пока черный будет, реально, пофиг. По крайней мере, в глазах не рябит. Так, Вуконг, отлично, значит, улучшить. У тебя что у тебя здесь? У тебя из аур подходит усилитель винтовок и стальной натиск. Усилитель винтовок, стальной натиск. Усилитель винтовок, стальной натиск. Винтовки или натиск? Ну, давай натиск, ладно. Хорошо, из этого что у нас есть? Авиатор. Сопротивляемость отличная штука. Так, дальше. Что у нас еще такое есть? Из того, что действительно необходимое. Ну, поток энергии запасный ему, это такое. А вот как влияет, кстати, на него? Увеличение урона 2х. Он сильнее, чем я? Что? Чё? Ну окей, ладно, тогда воткнём всё, короче, на силу. Кратковременное усиление. А, у него даже есть тут такое, что мы можем ставить. Инстинкт охотника. Поток, запас энергии. Энергетический источник, ну это аура. Тяжелое определение. Спешка, ну чисто что бегать быстрее можно. Хотя по-хорошему растяжение к зоне поражения. Но это в зоне поражения скиллов, я так понимаю. Равновесие. Вообще, конечно, энергоэффективность офигенно бы вошла, но как есть, так есть. Так, хорошо. Та-та-та-та-та-та, на силу, значит, нам нужно на силу. А, живучесть по-хорошему доставить, не? Здоровье ему увеличить. Ну, пускай, да, будет защитный рефлекс. Так, да. Излучение жизни не то, перенаправление к мощности щита. По идее, тоже полезно. Вот к силе, к длительности, вот эта тема офигенная. И у нас остается дальше. Ага. Ага, 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 ага. То есть мы набрать-то можем дофига, но все оно не в той. То есть мы силы можем набрать примерно 200, да? Сколько у него? А, у него множество здоровья просто увеличивается. Ага, то есть он более живучим становится. В принципе, тогда его в ближку кидать можно. Броня 250, щиты мало, энергии мало. По-хорошему получается так, что одевается ему. В теории. Блин, у меня осколок войны не прокачан совершенно. Осколок войны. Кунай наконец-то можно продать. И у меня клато есть, которое нужно прокачать. И, допустим, Игнис. Пока что такое получится у нас недоперебилд, и потом мы продолжим. Что ж, спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, до скорых встреч, мы продолжим качать непосредственно Вуконга, я думаю, докачаем его хотя бы до 20-ки, потому что я хочу воткнуть ему все на силу способности, дабы он мог все-таки более сильно все это делать. Пока-пока.